Татарстан скорбит со всей России. Жители республики присоединились к акциям памяти погибших на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Напомним, в регионе объявлен трехдневный траур. Внесены изменения в программу передач нашего телеканала. Сегодня Владимир Путин возложил цветы к мемориалу торгового центра и провел совещание о ликвидации последствий пожара. В Татарстане проверяют работу системы оповещения. Сегодня жители нескольких районов Казани сообщили о звуках сирен. В МЧС подтвердили, это проверка системы оповещения. Она будет проходить 2 дня. Организована по распоряжению премьера Алексея Песошина. Опасения синоптиков и спасателей вызывает уровень воды в Куйбышевском водохранилище. Он выше на 3,5-4 метра. Это может вызвать подтопление. По версии спасателей, в опасной зоне могут оказаться 209 населенных пунктов.